Более 4 миллионов квадратных метров жилья сдали в эксплуатацию за годы независимости в Жамбылской области. Только за последние 3 года построили 15 многоэтажных домов. Квартиры получили 1245 жителей. А в этом году в рамках новой государственной программы «Нурлы-Жер» новоселье отметили свыше сотни семей. Многоэтажный дом в жилом массиве Карасу построили по программе «Нурлы-Жер» всего за 4,5 месяца. Счастливыми новоселами стали 80 семей. Среди них семья госслужащего Мухита Кадырбердиева. На протяжении 10 лет снимали квартиру. Было неудобно. Теперь вот имеем свое жилье. Очень рады. Ключи от социального жилья получили также многодетные и неполные семьи, дети-сироты и инвалиды. В этом году в регионе из 4 запланированных домов сдали в эксплуатацию 3. А строительство еще одного дома завершат в следующем году. В целом по программе «Нурлы-Жер» на возведение жилья было выделено 1,5 миллиарда тенге. Построено 4 дома. Квартирами будут обеспечены 436 семей города Тарас. В целом по области 320 тысяч квадратных метров жилья сдано в эксплуатацию. По программе «Нурлы-Жер» в области приступили и к строительству 2 новых микрорайонов с общей площадью более 400 гектаров. По словам специалистов, к возведению жилых массивов подключат иностранных архитекторов. Есть предложение иностранных компаний, которые бы хотели участвовать в этом проекте и строить эти объекты. И мы недавно разговаривали, вели телемост Барселоны, и еще в скором времени будут представители этих компаний. Есть турецкие компании, они будут предлагать свои проекты, адаптированные нашим нормам. Жамбылская область в этом году перевыполнила план по строительству жилья. На 37% больше, чем в прошлом году, сдали квадратных метров жилья. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатилла, Тарас, Хабар-24.